Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы напишем диктант с грамматическим заданием по теме правописание буквосочетаний ЖШ, ЧАЩА, ЧУЩУ, ЧКА, ЧН, ЩН. Диктант будет называться «Щука». Давайте запишем слово «диктант» посередине строчки с большой буквы. Дик. Та-на-та. Диктант называется «Щука». На новой строчке записываем «Щука». Мы с вами знаем правило, что буква сочетания «Щу» пишется с буквой «У». «Щука». Послушайте весь текст диктанта. Щука живет в пресных реках. Это хищная рыба. Длина обычной щуки около 2 метров. Ее вес может быть больше 10 килограммов. Щука пятнистая, с темными полосками. Щуки живут в глубоких местах. В начале лета они могут выходить на мелководье. В этом диктанте 40 слов. Красная строка. Первое предложение. Щука живет в пресных реках. Записываем. Щука живет в пресных реках. Конец предложения. Проверяем. Щука живет в пресных реках. Давайте сразу поработаем с орфограммами. Щука, буква сочетания «щу» пишется с большой буквы. Во-первых, во-вторых, буква сочетания «щу» пишется с буквой «у». Начало предложения. Живет, «жиши» пиши с буквой «и». Подчеркиваем буква сочетания. В – это предлог, предлоги со словами пишутся отдельно. Пресных, реках. В конце предложения ставится точка. Работаем далее. Это хищная рыба. Записываем. Это хищная рыба. Это хищная рыба. Начало предложения с большой буквы, в конце стоит точка. И в слове «хищная» буква сочетания «щ-н» пишется без мягкого знака. Хищная рыба. Длина обычной щуки около 2 метров. Длина обычной, пишется «о». Обычной щуки около 2 метров. Если нужно переносить, то мы переносим по слогам. Метров. Проверяем. Длина обычной щуки около 2 метров. Подчеркнем орфограммы. Начало предложения пишется с большой буквы, в конце ставится точка. Длина.
безударные гласные и проверочное слово длины. Обычный. Ударение падает на «ы». Букву «о» нужно запомнить, словарное слово. И здесь буква сочетания «чн» пишется без мягкой знаки, без мягкого знака. «Щуки». Буква сочетания «щу» пиши с буквой «у». «Около». Ударение падает на «о». Должны запомнить следующие две «о». Это словарное слово. «О-ко-ло». «Двух метров». Ударение падает на «е», безударный гласный «о». Работаем дальше. Ее вес может быть больше 10 килограммов. Запишем. Ее вес может быть... быть больше 10 килограммов килог Рамов. Проверяем. Ее вес может быть больше 10 килограммов. Начало предложения пишется с большой буквы, в конце стоит точка. Ее вес. Парный согласный на конце слова. Проверочное слово. Весы. Может. Нужно запомнить букву «е». Ударение падает на «о». «Быть» – мягкий знак, показатель мягкости. «Больше» – мягкий знак, показатель мягкости предыдущего согласного. «Десяти» – ударение падает на «и», безударный гласный «е». «Десять» – а букву «я» нужно запомнить. «Килограммов» – безударный гласный «и», «о» и удвоенный согласный «м». «Килограмма мова». Далее работаем. Щука пятнистая с темными полосками. Записываем. Щука пятнистая. Проверочное слово пятна. Пятнистая. С темными полосками конец предложения. Поработаем с орфограммами. Начало предложения пишется с большой буквы и буква сочетания «щу». Пиши с буквой «о». Щука. Пятнистая. Ударение падает на букву «и», безударный гласный «я». Проверочное слово «пятна». «С» – это предлог. Предлоги со словами пишутся отдельно. Темными полосками. Безударный гласный «о». Проверочное слово «полосы». И в конце точка. Дальше. Щуки живут в глубоких местах. Щуки живут в глубоких местах, место, конец.
конец предложения. Проверяем. Щуки живут в глубоких местах. Щуки. Буква сочетания «щу» и начало предложения «щу» пиши с буквой «у». Живут. Буква сочетания «жи». «Жи» пиши с буквой «и». «В» – это предлог. Предлоги со словами пишутся отдельно. Глубоких местах. Ударение падает на «а», безударный гласный «е». Проверочное слово «место». Дальше. В начале лета они могут выходить на мелководье. В начале лета они, проверочное слово он, они могут выходить на мелководье, мелководье. Проверяем. В начале. В – это предлог. Слова с предлогом пишутся отдельно. В начале. Ударение падает на «а», безударный гласный «а». В начале. Лето. Они, безударный гласный «о». Могут выходить. Ударение падает на «и», безударный гласный «о». Ход. На – это предлог. Предлоги со словами пишутся отдельно. Мелководье. Мелко, соединительный гласный «о» и мягкий знак разделительный, разделяется гласный от гласного. И в конце предложения точка. Мы написали с вами весь текст диктанта, а сейчас выполним грамматическое задание. Нам нужно найти слова с буквосочетаниями «жи», «ча» и «щу» и выписать их. У нас «щука». Слово, давайте выпишем на новой строчке. Слово «щука». Далее ищем. «Живет». Буква сочетания «жи». «Живет». Далее. «Жи», «ча» и «щу» нам надо. Хищная рыба. Длина обычной щуки около 2 метров. Ее вес может быть больше 10 килограммов. Щука пятнистая с темными полосками. Щуки живут. Другое слово давайте напишем. Живут. Живут. В глубоких местах. В начале. Буква сочетания «ча» запишем «на ча ле». Орфограмму подчеркнем. В начале лета они могут выходить на мелководье. Все, больше у нас таких слов нет. Итак, давайте подчеркнем буква сочетания «щу» пиши с буквой «у», «жи» пиши с буквой «и». «Жи» пиши с буквой «и», «ча» пиши с буквой «а». Следующее грамматическое задание. В первом предложении нужно подчеркнуть твердые согласные. Возьмите синего цвета карандаш, и мы нарисуем кружочки. «Щука живет в пресных реках». Нам нужно обозначить твердые согласные. Твердость нам придают буквы «а», «о», «у», «ы», «э». И если они находятся в конце слова. Щука. К. Твердый. Звук щ всегда мягкий, независимо от того, какая гласная буква стоит. Живет. Ж. Всегда твердый. Т. Твердый. Щука. Живет. В. Твердый. Пресных. П. Твердый. С.
твердый согласный, н твердый, х твердый, пресных, реках, к твердый, х твердый. Мы с вами обозначили в первом предложении твердые согласные. А теперь давайте найдем в этом тексте слова с буквосочетаниями ЧН, ЩН. ЧН, ЩН. Хищная. Запишем слово. На новой строчке. Хищная. Хищная. Буква сочетания щ-н пишется без мягкого знака. Хищная. Чн. Обычной. Через запятую. О. Бычное. Обычное. Буква сочетания чн. Обычной. Щуки около 2 метров, ее вес может быть больше 10 килограммов. Щука пятнистая с темными полосками. Щуки живут в глубоких местах. В начале лета они могут выходить на мелководье. Значит, у нас здесь слово хищная и слово обычной. С буквосочетаниями щ-н, ч-н пишется без мягкого знака. Следующее задание. В первом же предложении нам нужно подчеркнуть мягкие согласные. Теперь берем зеленого цвета карандаш. Мягкие согласные. Щ всегда мягкий. Живет. В мягкость придает ё. Ре, пре, ре, мягкость придает е. И реках мягкость придает тоже е. Ре, ре. Все. Сегодня мы написали диктант по теме правописания буквосочетаний ЖШ, ЧАЩА, ЧУЩУ, ЧИКА, ЧН, ЩН. Текст назывался «Щука». И выполнили грамматическое задание, также поработали с орфограммами. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго, до новых встреч!